Да и место только. А вот Гвадалахара для нее оказалось успешной. Третье место в многоборье, бронзовая медаль. Зохра Агамирова, Азербайджан. Что упражнение с обручем, которое гимнастка выполняла под японские барабанщиков, под музыку группы Кадо. Это японские барабанщики. Именно с этой композиции Зохра завоевала право участвовать в финале и на предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в Азербайджане. Мы с вами отмечали, что ритмичная музыка часто используется в художественной гимнастике. Да-да-да. Это удобно, да? Ну, я думаю, что данной гимнастке очень подходит. Это музыка, опять же, миниатюрная, активная предметница, которая, ну, я считаю, на мой взгляд, было достаточно интересное упражнение в плане предмета. И, конечно, у нее не все получилось, но она показала интересные вещи, сложные. Но музыка была такая достаточно однообразная.